«Любі друзі». Ну, еще чего вспомнил. «Любі друзі» сейчас не в моде и не в тренде. А сейчас в моде. Вільні и незалежні, свідомі и дуже-дуже гідні пані та панове. Ну, тем не менее, пані та панове. В наше время, особенно в нашей стране, меня уже давно ничего не удивляет. Ни эти дебильные новости с зомбоящика, ни война с братьями-славянами, ни убийство наших солдат на Донбассе каждый день, до которого нет никому дела. Ни тысячи, ни десятки, ни сотни тысяч, ни миллионы, ни десятки миллионов, ни сотни миллионов, а миллиарды, украденные нашими великими чиновниками, чинушами, депутатами, министрами, реформаторами великими, всякими там Насыровыми, Онищенками и прочей швалью. Но, друзья, я же повторюсь, меня давно ничего не удивляло. Но я сегодня зашел в гастрономчик за хлебушком и случайно видел вот это. Да-да, друзья, это сыр плавленый «Дружба». Обычный плавленый сырок. 90 грамм стоит 14 гривен 64 копейки. В пересчете на килограмм 162 гривны килограмм вот этого вот грызла. Когда я это увидел, меня пробило, я стал дико изощренно, извращенно, очень громко матюкаться. Вот ко мне подходит он живой и спрашивает, что происходит. Я ему показываю, полюбуйся. И тут мы начали матюкаться хором в унисон. Долго, громко и яростно. Ну да, ты, наверное, очень давно в наши гастрономы не заходил. И слава Богу, и слава Богу. В музеи я не очень люблю ходить. Да, ну, друзья, да. Так что на сегодняшнюю пенсию, которая существует у наших пенсионеров, подавляющего большинства, можно купить один сырок на завтрак, один сырок на обед и один сырок на ужин. Вот, друзья, это весь рацион питания в сутки, не за день, а нашего пенсионера. За два кусочечка колбаски я уже не вспоминаю. Можно? Можно мне хоть одно яичко? Яичко, ну, можно? Если тебе хочется яичко, то надо уже стать работающим пенсионером. И получать минимум 3200 гривен, чтобы кушать и сырок, и яичко. Но я же тогда должен буду отказаться от своей субсидии. Ну, взамен ты получишь еще и полбуханочки черного хлеба в день. Угу. В лучшем случае. Ой, соль посыпалась. Ну все. Ай-яй-яй, ну все. Еще и без соли оставили. Да, друзья. Вот мы купим яичко, хлебушек, три сырка. И нам уже даже не поможет скидочная карточка, пенсионная карточка, да, потому что на лекарства у нас уже ничего не хватит, ага, никаких денег. Даже на сталозол. Либо пить лекарства, либо кушать сырок. Да, друзья, в Украине сыр плавленый «Дружба». Вы видите, это обычный сырок, я же не придумал ничего. Это не какой-то там с плесенью, хотя он может быть и с плесенью. Вполне возможно. Да. Плесень отечественная, высшего качества. Да. То есть в Украине обычный плавленый вонючий сырок уже превратился в деликатес. Который в ненавистном совке стоил 7 копеек и не считался вообще даже чем-то более-менее приемлемой какой-то закуской. Да, ну к такой закуске, соответственно, подходит боярышник. Вот мы взяли с Онже Гогой на двоих, сейчас накатим и идем в нирвану. Хорошую ты нам рекламу сделал на весь Ютуб, да. Да, ну, друзья. Спасибо, спасибо. Раньше говорили «Слава КПСС» и спасибо родной партии за то, что нам так весело. Ну, интересно. А теперь, кого мы должны благодарить? А теперь, друзья, чтобы хотя бы к этому всему изобилию добавить кусочек вонючей докторской колбаски из туалетной бумаги, надо быть как минимум банкиром, ну или Святым Петром. Да, Петя, будем житы по-новому? Святой Павел уже не канает? Нет.
Только Петр? Смотри, аж во лбу звезда горит. Угу. Ну, друзья, вы все поняли. Думайте, за кого вы голосуете, кого выбираете. И что-то мне кажется, очень близко и пахнет М3. Ой, пахнет, пахнет. Угу. Ну, друзья, что делать, вы знаете. Помутикаетесь вместе с нами. Вот с этого безобразия. М3 у нас это что зашифровано? Ну, третий. Ага. Ага. Не будем говорить пальцем. Показывать. Да, друзья. Короче, помутикайтесь с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Добавляйте видео себе. Ну, все. И рассказывайте нам, и что же вас еще удивляет в этой жизни. Кроме сырка за 15 гривен. До встречи, друзья. Пока.